Полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков. Запрещенные вещества перевозили из Москвы в Автоград для дальнейшего сбыта. В результате проведенных операций из незаконного оборота изъято более 5 килограммов синтетики. С кадрами оперативной съемки ознакомилась Лина Зинатулина. Получается медленно. Кадры оперативной съемки. Сотрудники полиции обыскивают автомобиль задержанного 25-летнего жителя Оренбургской области. На его след смогли выйти после того, как в полицию поступила информация, что мужчина занимается ввозом оптовых партий наркотиков из Москвы в Автоград и распространяет их более мелкими партиями. На пути из Москвы его и остановили. При досмотре иномарки в тайнике багажника оперативники и обнаружили более 4 килограммов синтетических наркотиков. В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили местонахождение и других тайников, оборудованных в окрестностях города. Масса изъятого из них зелья составила более килограмма. В дальнейшем сотрудниками полиции был установлен и задержан 32-летний житель Альметьевска, который занимался розничным сбытом партий, привозимых поставщиком. При обыске в его квартире в Альметьевске изъято 161 грамм синтетики. Таким образом, полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков. Общая масса изъятого составила более 5 килограммов. Примерная стоимость может составлять порядка 10 миллионов рублей. По факту покушения на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Молодые люди на время следствия заключены под стражу. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы. Инна Зинатульна, Нафиса Миязова, вызов 112.